Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче, поехали». Взгляните на этого мужика. Его депортировали из России, он приехал сюда и начал нападать на людей. Одна девушка уже пострадала, у нее забрали телефон. Буквально на соседней улице его нашли спящего и пьяного, задержали. Ну, а если вы стали жертвой нападения, то сообщите обязательно об этом в милицию. Три белоруса в Варшаве устроили разборки в стиле 90-х. Они месяц отработали в развлекательном центре, получили зарплату, но сумма их не устроила. Они решили прессануть своего работодателя, угрожая ему ножом. Тот сдал в ломбард свой телефон, а деньги отдал им. Но вот потратить на них не скоро, им грозит до 10 лет тюрьмы. Сердце его теперь в твоих руках. Певица Максим выложила первое фото после выписки из больницы. На снимке мы видим букет цветов и очень худые ноги певицы. Поклонники певицы гадают, когда она сможет вернуться в шоу-бизнес. Ну а как вы считаете?